Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы возвращаемся с вами вновь к серии игр Resident Evil. И на очереди у нас часть под названием Gaiden, Resident Evil Gaiden. Мало кто о ней слышал, стопудово мало кто о ней слышал, потому что она была разработана чисто, короче, для приставки Game Boy. Вот, прикиньте, даже на Game Boy была Resident Evil. Жесть, просто жесть. Вот. Суть, значит, в чем? Суть в том, что Леон, короче, отправляется на поиски, на корабль, на какой-то, на поиски очередного биологического оружия, очередного био. Вот, и с ним теряется связь. На помощь ему, короче, отправляется Бэрри Бёртон. Мы его знаем из первой части. Он там был сначала, по-моему, предателем, потом его что-то... Он за Вескера там что-то был, потом его что-то Вескер пристрелил, типа он умер, но вот он оказался жив, короче, и т.д. и т.п. Ну, не суть. Он, короче, отправляется на поиски Леона. Будем играть за Бэрри, или за Барри, как вам удобнее, так его и зовите, короче. Ну, давайте взглянем, посмотрим, поиграем. Вот, с вас бесценный лайк, комментарий, подписка и погнали! Итак, для того, чтобы остановить адские эксперименты корпорации, Umbrella Pharmaceutical Inc. была создана тайная организация. Ее костяк составили члены отряда Stars и бывшие сотрудники Umbrella. Где-то в Северной Америке штаб-квартира организации. 2.30. Итак. Разрешите войти. Рада встрече, Бэрри. У меня к тебе особое поручение. У Umbrella произошла утечка нового типа биоорганического оружия. Мы полагаем, что био может быть среди пассажиров круизного лайнера Starlight. Новое био весьма опасная тварь, похожая на человека. Леон Скотт Кеннеди, полицейский из Ракун-Сити, вышел на след Био, но связь с ним была потеряна. Последнее сообщение пришло 24 часа назад. Задание. Найти Леона Скотта Кеннеди и уничтожить Био. Высадка с вертолета. Место Атлантика, круизный лайнер Starlight. Эвакуация. На вертолете, вызванном по рации. Агент Бэрри Бёртон. Удачи. Итак. О, Бэрри, прием. Слышу тебя, прием. Сейчас ты на палубе, этаж 2. Двигайся на запад к полу. Вход находится там. По пути могут попадаться полезные предметы. Часто они спрятаны в ящиках. Твой датчик сообщит, если поблизости есть что-то полезное. Удачи, Бэрри, конец связи. Итак, вот мы начали, короче, мы попали на лайнер, это вот у нас квадратный Бэрри, квадратный чувак Бэрри, вот, и, что нам нужно, здесь, в игре, короче, специфическое управление, специфическая борьба, ну, это мы увидим, мы посмотрим, я как бы запускал, просто смотрел, игру не проходил, но я посмотрел просто, что она из себя представляет. Итак, нам нужно... Так, давайте посмотрим, что у нас вообще имеется. Есть инвентарь. Бэрри, полоса жизни, 12 патронов в пистолете, КПК у нас имеется, нож, инфо по ножу. Нож, оружие ближнего боя, используйте его, когда больше ничего нет под рукой. Понятно. Беретта. Простой и надежный пистолет, низкую убойную силу, с лихвой компенсирует точность наведения. Понятно, да? Так, окей, это у нас убрать оружие. Есть КПК. КПК, судя по всему... Так, ну-ка. КПК хранит в памяти историю сообщений и заданий, которые необходимо выполнить. Понятно, да? Давайте посмотрим. Проникнуть на корабль через холл в западной части корабля.
Так, а здесь есть какой-то, не знаю, так, это прицел. Вот видите, крестиком я управляю. Вот. Так, а есть какой-то... Погоди. А есть ли какая-то это, карта? Там, не знаю. Карта, не карта. Фигарта. О, карта есть. Карта есть у нас. А, отмечено красным, я так полагаю, место, куда нам надо. Зеленым это где мы находимся. Мы находимся вот в такой вот полоске. Такой вот штукенцы. Итак, текущая позиция, палуба, 2 этаж. Короче, нам надо идти налево. Окей, налево. В ящиках говорит у нас... Так, тут закрыто. В ящиках говорит у нас есть всякие предметы. Патрон для пистолета, окей. Взяли патрончики. Патрончики — это хорошо. Погнали дальше. Здесь, по-моему, даже есть сохранки, ты прикинь? Здесь даже можно сохраняться. Ладно, гоу, побежали. Тапок. Какой-то тапок лежит. Ваше текущее задание можно посмотреть в КПК. Также в нем хранится вся найденная информация. Получить доступ к КПК можно из инвентаря. Текущая цель будет на карте подсвечена красным. Ваша позиция подсвечена на карте зеленым. При выполнении задания статус игры будет сохранен. Дойдя до контрольной точки, вы можете сохранить игру в слот 1, 2 или 3. Вы сможете продолжить игру с места сохранения позже. Вот. Вот так. Окей. Это, оказывается, был не тапок, это был... так, здесь что у нас? Залечит раны средней тяжести. Желтая травушка, окей. Желтая травушка. Так. Ну и все, да? Здесь, смотри, смешивать травы, в принципе, наверное, уже нельзя. Здесь, смотри, уже порошки смешанные с травами. Ну, уже порошок готовый. Желтый порошок. Насколько я помню, желтый порошок просто так не ест. Хотя, здесь написано, что... Берри, будь осторожен, мы засекли движение в поле. Используй систему наведения, если возникнет необходимость. Начинай... прицеливаться, когда противник будет наступать. Прицел укажет, если враг в зоне поражения. Прицелившись, отключай наведение, чтобы начать битву. В бою используй свое оружие, чтобы поразить противника. Помни, чем дальше враг, тем менее эффективно твое оружие. Старайся экономить припасы, избегая стычек. Поосторожней там. Понял, конец связи. Так, окей. Я уже забыл, о чем я говорил. Окей, ладно, пошли в холл. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что? Что, черт возьми? Что произошло с этими людьми? Да они... и не люди больше. Ём-ём-ём-ём-ём. Бежим-бежим, зеленые. Совсем зеленые нас атакуют. Окей. Я... А это что такое? Непонятно. Бляха. Окружили со всех сторон. Мне как-то надо пройти, короче, пробежать. Ах ты, мать твою. Меня зеленый сейчас укусит. Так, так, так. Вот, о чем я и говорил, короче, специфическая стрельба. Погоди, он еще живой. Пистолет, патроны. Патроны от пистолета. Так. Надо посмотреть, куда мне вообще сейчас надо идти. Мне нужно идти налево. Смотри, тапки. Решив сбежать во время боя, жмите старт и попадите в метку, которая появится на экране. Зомби будут продолжать атаки, пока вы пытаетесь сбежать. Отбивать атаки во время бегства вы не сможете. Понятно. Так, нужно, короче, насколько мы знаем, в Resident Evil нужно, короче, все осматривать, все смотреть. Бляха, сколько здесь этих зомбарей-то? Так, смотреть что-то опять. Вот эта вот красная штука, которая появляется, у меня почему-то не нажимается, и действие не работает никакое. Просто вот оно. Вот оно. Вот оно вот так вот шлепает. И все. Так. У двери находится зомбарь.
Бляха, я не хочу пока никого убивать, потому что у меня боеприпасов вообще мало. У меня мало боеприпасов. Давай зайдем сюда. Двигайся к комнате охраны на 4-м этаже. Проверь западный лифт. Возможно, ты обнаружишь Леона при помощи камер. Ок. Окей. Дам знать, как только я доберусь до конец связи. Окей. Так, окей, лифт. Нужно найти лифт. Ух ты, нифига. 3-й этаж, смотри. 4-й этаж. Первый этаж. Субмарина какая-то у нас тут еще есть. Это жесть. Так. А у меня не показано, короче, куда мне вообще надо. Вообще не показано. А, нет, смотри, показано. Вон в ту маленькую точечку. Ясно, понятно. Значит, движемся туда. Пока не будем сбиваться с курса. Так, давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас пусто. Корабль разрушен. Собирайте травяные смеси, они помогут залечить раны, полученные в бою. Применить их можно из инвентаря. Обыскивайте тела убитых зомби, у них может быть что-то полезное. Бляха, саундтрек такой вообще просто на нервы, знаешь, действует. Опа. Могли бы что-нибудь интереснее придумать, или для приставка более интересная что-то не вывозит просто. Так, залечит легкие раны, окей, зеленая трава. Картины, смотри. Так, вниз, там получается, судя по карте, там лестница. Там куча зомби, давайте туда не будем пока ссылаться. Так, окей, здесь что-то еще. Контроллер питания охлаждающих систем, морозильной камеры на 1-м этаже. Жесть. Вот эта лестница, я так полагаю, она ведет, короче, на 1-й этаж. Опа. На 1-й этаж. Давай-ка вот этого загасим, он стоит так. Так. А, отпустить, да, надо? Окей. Лёха, а почему я... Я на одного только прицелился. Почему их сразу целая куча? Надо четко попадать, стараться, короче, в эту... штучку, короче, посередине. Окей. Бляха. Ладно, пока туда не... Опа, смотри, там стоит. Притаился. Да в смысле, мне не уходит. Ай, царапнул. Три выстрела, короче, хватает, чтобы убить зеленого зомби. Так, а этого я смогу пробежать? Что значит вот этот значок? Ладно. Спокойно. Так, вы можете использовать в бою любое имеющееся у вас оружие. Во время боя вы можете обращаться к инвентарю, но сражение не остановится. Ясно, понятно. Так. Дверь сюда. Что у нас внизу? Внизу у нас пусто. А дверь-то откроешь? Нет? Бляха. Этот стоит прямо вот прямо стоит. А в смысле? Чпок. А, два выстрела. Если он близко, короче, два выстрела хватает. Так, зеленая трава, хорошо. Так, окей, здесь закрыто. Проверяем по ходу движения, короче, разные комнатки, разные тут. Это сортир. Сортиры мы любим. В сортирах всегда что-то либо полезное, оп, патрончики, либо что-то, что, опа, еще что-то есть. Нет дробовика, забрать патроны невозможно. Почему? В смысле? А почему? Насколько я помню, раньше в предыдущих частях можно было, как бы, даже если у тебя нет оружия, носить с собой патроны от него. Или здесь, потом, либо убирать в ящики, или здесь ящиков нет. Ладно. Запомним, вернемся. В сортире лежат дробь, короче. Так, что здесь у нас? Еще патрон от пистолета. Неплохо. Яха. Вот этого чувака надо убивать. О, там сзади, смотри, подкрадывается. Подкрадывается армяница. Армяница. Да в смысле, а че он так... А че он так тупит? А че он так тормозит? Готово.
Почему он так медленно дверь-то открывал? Он ее взламывал, что ли, или что? Так, ладно, здесь закрыто. Окей, давай сюда зайдем. Еще один сортир, там... это женский, смотри. Бабенцы это. Такая просто... Мадама. Мадама на корабле. Зеленая мадама. Она даже не зеленая, она какая-то поносовая мадама. Так, погоди. Снимает все симптомы отравления и залечит все раны. Окей. Есть еще что-нибудь? Да куда ты побежала-то, ну? Кстати, насколько мы знаем, бабы в этом, в резиденте, ну, зомби, да, они слишком такие уж падкие, слишком падкие. А некоторые из нападающих зомби могут отравить вас. Яд будет медленно отнимать ваши силы. Используйте как антидот синие и фиолетовые травы. В случае отравления датчик вам сообщит. Понятно. Так. Давай вот эту вот загасим. Идешь лесом, и ты идешь горами, тоже лес. А, в смысле? Я же ту убил, нифига, а чё она бежит-то на меня? В смысле? Я же двоих замочил. Я же двух загасил. Она еще и живая осталась. Так, ладно, здесь что? Нет патрон... Короче, понятно. В двух сортирах у нас по коробочке... с дробью. Запомним. Надо карту посмотреть и запомнить эти места. Можно было бы метки ставить, было бы интересно. Так. Окей. Запомнили. Еще тапки. Некоторые двери закрыты на ключ. Использовать подходящий ключ можно из инвентаря. Понятно. У меня ключей никаких нет. У меня есть только контроллер какой-то для морозильной камеры. Блях, они так стоят, смотри, вот так вот специально так стоят, что их не обижать. С ними придется воевать. Сделано так, что... Да в смысле? Я такой живучий. Ключ от западного лифта, окей. А здесь что? Патроны для пистолета. Неплохо, патронов пока дают, это хорошо. Но я думаю, это ненадолго. Помповый дробовик наносит урон средней тяжести. Ништяк. Ну-ка, давай вернемся за патронами. Ну-ка, давай вернемся за патронами для дробовика. Так, у нас патроны здесь. Находятся. Да, патроны для дробовика. Такие витаминки просто. Так, патроны для дробовика здесь. И патроны для дробовика... в другом сортире, в мужском, да, получается, это был женский, а вот это мужской. Окей. Слушай, в принципе, как-то прикольная игруха. Мне нравится пока. Мне пока нравится, прикольная. Ну, по крайней мере, она круче, чем вот предыдущая часть, вот этот, что там был у нас? Gun Survival 2, да, вот этот Код Вероника, который Gun... Не, сам Код Вероника прикольная, оригинальная эта часть. А вот Gun Survival, просто такая дичь там была, да? Здесь какой-то хоть как-то проходишь, да, такая, ну, чисто survival такой. И это. Сюжет даже есть. Будем, короче, будем проходить. Будем смотреть. Насколько. Ну, посмотрим, насколько мы сможем пройти. Так, давайте сюда спустимся. Ага. Чел у нас здесь ходит. Ладно, давай загасим его. Блин, он так далеко. Ай. Ай, я сейчас буду мазать. Как раз. Да в смысле? Вот так. Неудобно, неудобно вообще. Надо привыкать. Блях, это закрыто. А, погоди. У меня есть ключ. А, это от лифта. Это от лифта. Понятно. Это у нас от лифта. В бой можно не вступать, просто оббегая противников. А как тут оббегать, если такие узкие коридоры, короче, и они стоят вечно... Так, а это что? Может, вот это за... О, западный лифт, отлично. Так, окей, западный лифт, ну давай посмотрим, сбегаем еще вот туда наверх. Мы там еще не посмотрели, что есть. И на карте было показано, короче, мне на верхнюю. Вот лифт. А я не тот лифт открыл. О, патрончики для дробовика. А, они оба открылись, получается, да?
Давай, раз нам в этот... О, сохранка. Сохраночка. Окей, давай сохранимся, короче. Сохранимся. И, наверное, на этом закончим. Будут такие вот, ну, небольшие, да, серии. Будем стараться там как-то... Такие вот. Даже не знаю. Вот, ладно, не суть, короче. На этом закончим. Вот. Подниматься будем на следующий этаж в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока.